Ну что, я вас приветствую. И сегодня, так сказать, у нас с вами продолжение банкета. Потому что у меня сегодня абсолютно непредвиденная ситуация. То есть с утра ливень, вот что называется. И я, как обычно, проснулся, встал на работу. И мне сообщение: работа на сегодняшний день отменяется. И у тебя, дорогой, почетный выходной. И я, естественно, выглянул за окно, а там ливень, дождь вовсю. И я так подумал, думаю, так и да. А почему бы не сходить мне сегодня в лес? И я быстренько все, так сказать, организовался. И думаю, ладно, пройдусь, проверю фотоловушечки, а заодно и возьму вас, так сказать, в свой поход, на свою расходку. И надеюсь, это будет удачный поход во всех отношениях. Ну что, погнали. Хочу в первую очередь проверить, мы с Александром наполнили кормушечки. Буквально сегодня у нас четверг, 4 дня назад. И вот обычно я так рано не хожу. Я жду. Жду, чтобы прошла, ну, как минимум, неделька-другая. Ну, как говорится, хочется, душа просит приключения. И поэтому я решил в него отправиться пораньше. Посмотрим, насколько меня в очередной раз не подвела моя чуйка. Александру не стал звонить, его расстраивать. Почему? Потому что это все спонтанно. И если бы я ждал его и так далее, времени просто нету. Поэтому я сразу же взял, быстренько собрался и, так сказать, вперед и с песней. Фу. Нереальная красота. И вот помните, у нас в детстве была такая игра «Казаки-разбойники». И вот мне охота всегда напоминает эту игру. Ну как это не любить? Ну вы только посмотрите на эту красоту. Ну что ж, отправимся дальше. Thank you.
у них уже свои игры начались. Весна, однако, весна. И реально ни души, ни души на километры. Рискованы ли такие прогулки? Ну, конечно же, еще и как рискованы. Но, как там у нас говорится, кто не рискует, тот скучает. Иными словами. О, япона мать. О, пустили. Были. Вы только посмотрите, что он реально, очкую, медведем пахнет. Расхерячил все нахрен по полной программе. Охренеть. Сейчас проверю фотоловушку. Maybe it's good.
сегодня у меня очень удачный день. Я решил поскорее уйти от своего прикормленного места, чтобы не следить там лишнего, так сказать. Но, короче, кормушка разгрызанная нахрен полностью. Вначале я увидел, что приходил енот. Ну, думаю, блин, маленькая падла. Думаю, откуда ваш у тебя такие зубы, чтоб все нахрен мне перегрызть. Но дальше я увидел этого монстра. Это просто звездец. Это типичный хозяин. Фух, собака. Этого места. И все. У меня сейчас адреналин 100 из 100. Почему? Да потому что все очень просто. Вот он погадил. Потому что все очень просто. Я иду, так сказать, по хозяйской тропе. И, блин, это мое приключение одному Богу известно, чем может закончиться для меня. Сезон охоты на черного медведя откроется осенью. Весенние отменили, но мы в охоте. Почему мы в охоте? А потому что охотничий сезон, охота — это не добыча. Вот для тех, для кого охота — это погоня за мясом, конечно, он еще и не начинался. А для меня охота — все. Я уже в большой игре. Я уже напал на след своего зверя. Я его подкормил. В общем, я уже в таком процессе классном. И у меня адреналин зашкаливает. И все идет так, как и должно быть на настоящей охоте. Фух. А все остальное — это... это уже, как говорится, концовка манечка. Кому она интересна нахрен? В предыдущем видео мы вам с Александром показали, как восхождение, прикормку, ну и так далее. А вот буквально еще даже неделя не прошла, чтобы вы понимали. А у меня уже есть плодотворнейший результат нашей с Александром предыдущей деятельности. И что, что погода так себе, это вообще ни о чем. Почему? Да потому что у природы, как говорится, нет плохой погоды, раз. А во-вторых, для охотника... ну, не существует такого понятия, как плохая погода. И видите, как оказалось, чуечка меня не подвела. Она меня, по сути, никогда не подводила. Но здесь, сегодня, это просто практически праздник. Праздник для ума, праздник для души. И вот все вокруг мокрое, но настолько свежее. Воздух настолько, ну, непередаваем во всех отношениях. И я не могу пропустить такую игру. Поэтому я здесь иду. В данный момент даже могу сказать, иду вместе с вами.
иду очень осторожно. Почему? Потому что здесь бродит он. И когда я условно охочусь за ним, то он абсолютно не условно охотится за мной. Смотрите, какая красотулька. Опа. Опа. Маленького. Вывела, вывела. Маленький такой. Видите? Весна. Мамка, мамка. Заволновалась, а вон папка чуть дальше тоже весь такой переживает. Они меня чуют. Вон, смотрите, как ускорились, ускорились. Семеечко-то. Ай, какие красавчики. Мама, папа и ихний детеныш. Ну и что? Как можно сейчас взять и остановить этот процесс, убить кого-нибудь? Да никак. Это преступление. И в глазах Бога, и в глазах, как говорится, совести. Смотрите, смотрите. Они настолько не боятся, страх потеряли. Просто посмотрите. Идут. Ну, малыш, посмотрите на эту мелюзгу. А? Ох, непередаваемое чувство во всех отношениях. Он меня воспринимает как часть этого леса. А в этом, я считаю, это основная задача любого охотника, без исключения. А здесь у нас с вами явно бобровая миссия. Дом его самый. Трудится, однако, трудяга. Уже здесь места. И вот мне кажется, у орлов здесь охота идет
просто постоянная. Собака, как же ж это все красиво, красотинская.
для тебя. Все для победы. Все для народа, все для победы. Если бы еще эти мрази не летали, вообще было бы прекрасно. О, а бизончика малышу на затравочку, а? Я свои эти кости положу в морозилку. Да? И чтобы они не пропали. О, сука, как замудрили. Замудрили. Хрен выгребешь. И вот это именно. Для чего классно? Вот это. Это он будет долго вылизывать, понял? Он любит, он сладкоежка, и он будет очень долго край облизывать, понял? И поэтому вот этой банки мне фактически на 2 года хватило. Нам надо, чтобы он сюда начал приходить днем, чтобы он гадил здесь. Нам вот это все нужно взять. Не оставляй никогда своих никаких экскрементов, ни соплей, ни мочи. Ничего не поделаешь. Но это не по охотничьему, отойди дальше. Ты прямо на... Ты понимаешь, что такое зверь? Он сразу же чувствует, человек, вот от, мы перчатки одеваем, вот это я делаю, для того, чтобы от меня запаха не осталось, пойми. Что хочу вам показать, смотрите, вот это его зубки, а вот это следы от его когтей. И вот смотрите, вот он пошел, и вот он подымался аж. Понимаем, докудова, да? Вот это размерчик этого монстра. А вот я сейчас держу камеру на уровне своего лица. Вот это. А вот это, понятно, да? Это он встал. А вот здесь он немножечко попробовал его на вкус.
Ну что, очень хорошая локация, так сказать, для финального кадра. Я проверил все фотоловушечки. Медведь. Ну, еноты-бандиты, белки, куда же без них. Ну, а в целом природа вся весною живая. Она вот дышит, она пробудилась. И как бы ты часть ее, и ты должен быть здесь. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Оно очень плодотворное во всех отношениях. И поскольку не у всех есть такая возможность окунуться, так сказать, в мир приключений. Надеюсь, видео было познавательным и полезным. Впереди еще очень много интересного. Всем пока.